Не забыть отдать вторую жизнь. В Петропавловске 62 исторических объектов больше половины находятся в частной собственности. Некоторые из них после долгих лет простоя сейчас обретают новый облик. Глава региона встретился с предпринимателями, которые взяли под свое крыло здание с богатой историей. Побывал на обновленной улице Потанина. Но прежде Кумар Аксакалов посетил будущий арт-центр. Смотрим сюжет. Пустовал и использовался очень редко. Внутренний двор областного краеведческого музея весной 2021-го будет выглядеть вот так. Речь идет о будущем творческом пространстве арт-центре «Кызылжар». Для его создания понадобится более 82 миллионов тенге. Работы начались в конце августа. Но работы пока еще идут. Подрядчиком является ТО «Мираз Групп». Вот, дизайн-проект принадлежит Асербекову Булату. Это нашему известному художнику, который уже для города сделал очень много интересного. Ремесленники, артисты, поэты, художники – все в одном месте, разделенном на три зоны. Здесь они смогут творить, демонстрировать свои работы и продавать их сверхзахстанцам или гостям области. По прогулочной зоне вдоль Арбата, по улице Конституции, мы откроем на будущий год галерею художников. Такого места у нас в принципе нет. У нас есть музей изобразительного искусства, но вот галереи именно на пешеходной зоне с большими там окнами мы сделаем соответствующие. Это будет тоже очень красиво. Красиво, интересно и умиротворенно. В городской суете последнего часто не хватает. Творчество, как известно, лечит душу. А вкусная еда поднимает настроение. Найти ее можно будет в здешнем арт-кафе или в таком ресторанчике по улице Брусиловского. Предприниматель, который взялся за его реставрацию, проникся богатой историей этого места. Раньше был родильный дом, кинотеатр, первая электростанция и самая первая телефонная станция в Казахстане. Подобные места не должны уходить в небытие. В этом вопросе мнения Юрия Семенова и главы региона сходятся. Кумар Аксакалов пообещал поддержать важное начинание бизнесмена. Очень правильно, что вы его восстанавливаете именно в таком же стиле, в стиле архитектуры тех годов. Очень важно сохранить. Мы благоустроим улицу, акимату города дано поручение, улицу Брусиловского. Часть мы уже начали. Помогут сделать дорогу и новому владельцу Петропавловского Колизея. В его преображение он уже вложил больше 140 миллионов тенге. У нас уже все готово. Проектная документация уже готова. Документация по переносу электросетей и теплосетей. Вот, осталось сделать экспертизу. Ей займутся в городском акимате в следующем году. Вопрос с дорогой решат. К осени уникальное здание, пусть пока и частично, но снова начнет функционировать. Купец Шамсудин уже строил. Он строил его под торговый центр. Вначале под торговый центр, но потом, к сожалению, не получилось. Сейчас он обретает свое первое предназначение, под что он строился. Улица Потанина – предназначение другое. Напоминать горожанам, что история областного центра начиналась здесь. После реставрации осознавать это стало приятнее, так же, как и теперь находиться в этом микрорайоне. Подвержено реконструкции более 80 домов. Половина из них была заменена еще кровля. Заменены заборы, палисадники сделаны были. По многочисленным просьбам жителей было озеленение у нас произведено. Бюджетные деньги сюда не направлялись на реставрацию домов. Это за счет спонсоров вся работа проводилась. Город сделал ливневку, город сделал освещение за счет бюджета. Небольшие вот эти скверы. Положительные изменения жители под горы оценили по достоинству. Лет 30 живу в этом доме. Раньше такого никогда не было. Сейчас очень хорошо сделали. Вот смотрите, видите, какой красивый дом у меня. Площадка рядом для детей, для внуков. Очень хорошо. Такая вот зимняя сказка наяву. А с наступлением тепла эта улица заиграет новыми красками. Дарья Пушмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.